Шушерский парень. Дорогие друзья, всем доброе утро. Время 6 часов 14 минут, 20 января 2022 года. Мы уже в пути. Опять и снова едем за коллегой на проспект Обуховской обороны. Сейчас заехал в магазин, купил незамерзайку. Потому что на дорогах грязь, температура за бортом плюс 2. И вот на кольцевой автодороге закидывает стекло грязью. Еще, правда, не залил. Надо залить. Сейчас приедем, коллеги, к дому. Пока ее ждем, зальем незамерзайку. Потому что ехать без незамерзайки невозможно. Вот так, едем. Дорогие друзья, мы на месте, на Обуховской обороне. Что-то я рановато приехал. Приехал аж 6:26. Пока залил незамерзайку. Ждем коллегу. Договорились встретиться в 7:00. Но это не Красов, так воспитан. Извините. Приехали на улицу Льва Толстого, 17. Здесь находится больница, Первый медицинский институт. Здесь у коллеги находится отец, и отец находится у жены, ну, у мамы коллеги. Сейчас заберем отца и повезем его на работу на улицу Пархоменко. Вот так. Отвезли папу коллеги на Пархоменко. Вышел, пошел. Сейчас едем на Индустриальный проспект 18. Там находится строительный магазин Петрович. Нужно забрать заказ. Какая-то краска. Едем потихонечку. Хорошей нам дороги. Что-то можно было на машине. Поперся на 8-й склад пешком. Короче, самая даль. Получил краску. Едем в офис. Приехал в офис, сходил в столовую, покушал, ел пюре и мясо свиное отбивное и попил компот. Сейчас едем на улицу Грибалевой, там нужно отдать документы, а потом поедем в Гранд Палас на Невский. Нужно отдать чехол шефа, чтобы его там подкрасили. Ну, короче, ремонт чехла для телефона. Вот, когда-то я в Гранд Паласе в этом, еще когда была стройка, работал. Это была моя первая работа охранная. Я туда в первый раз в своей жизни, это были 2000-й год, и я заступил туда на свою первую смену и работал там. Получал, помню, 700 рублей в сутки. Была такая цветная форма, пятнистая, с синего цвета, и вот мы там трудились. Работал я в фирме Виктория 94, а это чистая фирма была создана для петербургской топливной компании. И объект Гранд Палас — это был объект петербургской топливной компании. Потом оттуда я с Гранд Паласа перешел работать в центральный офис ПТК и там какое-то время тоже работал. Так интересно вспомнить. Сейчас посмотрим, как там стало. Я уже был как-то там. Там, конечно, красиво, элитно. Там галерея бутиков. Так, на Грибалевой и на Невский. Выйти, посыпать, убрать мусор, накопившийся там в течение предыдущего дня. Создать вам настроение. Про мусор я боюсь вас спрашивать. Я знаю, что это не ваша епархия, но...
Приехал на итальянскую площадь. Идем в Гранд-Палас. Припарковаться очень сложно. Но нашли местечко. Надеюсь, машину не увезут. Идем, найдем салон, ателье, где занимаются тоже. И сдадим телефон на бумагу. Все, сдал чехол, сказали по готовности отзвоняться, ну не сегодня точно, потому что здесь производства нету, везут туда, где производство. Вот центр города, вот такой неубранный снег, итальянская площадь, кошмар. Будем пробираться, о, не упасть бы, о, есть. Идем в машину. Надеюсь, стоит. Приятная новость. Отзвонился секретарю. Езжай, говорит, домой. Ехать нам до дома 41 минута. Мы на Невском проспекте. Маршрут ведет через Лиговский проспект по Витебскому проспекту. И заедем в Шушары. Вот такие дела. Поедем домой, сейчас узнаем, где доча, пошла в садик сегодня или нет. Посмотрим тоже, где сыночек. Все по стандарту. Едем домой, хорошей нам дороги. Московский вокзал. Сколько уезжали с этого вокзала, и с родителями ездил там куда-нибудь на юг. Потом ездил в лагерь спортивный со спортсменами. Потом по работе ездил очень много в командировки. Постоянно был задействован Московский вокзал. Да, давно не ездили на поездах. Последний раз мы ездили с женой. С ребенком, доченьки еще не было, с другом, со Славой в Анапу. Слава, привет. Тоже не очень хорошо съездили, ну, заболели там ротавирусом и не слезали из туалета. И рвало, и понос, короче, кошмар. Потом в конце вроде оклемались. Пошли на море, я начал там сына подкидывать и шлепнула спину. Заболела спина, хорошо, с нами вот был Слава, донес все чемоданы, я еле-еле дошел до поезда и всю дорогу от Анапы до Санкт-Петербурга пролежал в купе. Еле-еле тоже здесь по Московскому вокзалу шли, вызвали такси. И поехали домой, в Шушары. Вот такие дела. Не везет с отпусками что-то нам. Дай бог в этом году получится съездить куда-нибудь на море, погреться, купаться, свозить детей, получить позитивные эмоции. Едем по Лиговскому, до Витебского, как я уже говорил, и домой. Ну все, дорогие друзья, приехал к дому, закончен наш день, заскочил к мамуле, искали, чтобы через госуслуги получить результаты анализов, никак не получается.
Покушал вкусно, вот приехал к дому. Пойдем отдыхать, монтировать видео. Вот, кушать я уже не хочу, покушал у мамы. Короче, будем отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.